Продовольственная безопасность – часть стратегии развития Приднестровья, ее утверждал президент Красносельский. Сейчас мы обеспечиваем себя лишь на треть. Нужно больше – задача от главы государства. В республике десятки предприятий – хлеба и мясокомбинаты, консервные заводы. Вадим Красносельский говорит, именно их работа – это стабильная экономика. Мы экспортно ориентированное государство. Мы должны субсидировать нашу промышленность, наш агропромышленный комплекс. Мы это делаем и будем делать дальше. Мы должны развивать предпринимательство, мы должны создавать новые рабочие места, естественно, при этом привлекать инвестиции. Курс на развитие сельского хозяйства. Вадим Красносельский обозначил план на следующие 5 лет. Сейчас надвигается продуктовый кризис, и он мировой продуктовый кризис. Цены растут. Не растут не в Приднестровье, растут везде. Как раз в Приднестровье мы стараемся их стабилизировать. Это речь идет о внутреннем производителе, о внутреннем производстве. Поэтому, конечно, без развития агропромышленного комплекса, без развития его комплексных механизмов, таких как мелиорация, таких как льготное кредитование сельхозпроизводителя, агрария, это невозможно. Мелиорация – задача номер один. Без полива нет урожая. Последние несколько лет у нас восстанавливают насосные станции. Работу продолжат, говорит президент. На развитие мелиорации заложили деньги и в проект бюджета 2022.